Албатова Софина. Первая любовь Агния Барто. Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тоня шепчет: это он. Стала ласковой и кроткой, ходит легкую походкой, по утрам поет, как птица, то ли младшая сестрица, просыпается чуть свет, говорит: пора влюбиться, мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощёкий, Петя роста маловат. Вот Алёша славный малый, я влюблюсь в него, пожалуй. Повторяет класс по карте, где Иртыш, где Енисей, а влюблённая на парте нежно шепчет: Алексей. Алекс смотрит огорченно: что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок он боится, как огня. Он понять ее не в силах, то на глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему любя. Алек вышел из себя. Он с ней поступил жестоко, отлупил после урока. Так вот, с первого свидания начинаются страдания.